Манчан ждут не скучные выходные, а где-то масленицу отмечают уже сегодня. Дегустация блинов, прыжки в мешках, спортивная эстафета в 17-й колонии. Такое празднование проходит второй год подряд. Добро пожаловать, гости дорогие, к нам на масленичные гуляния. Всех приглашаем, и своих православных, и гостей чужестранных. Главный атрибут праздника – чучело масленицы – выносят под русские народные песни. Это сигнал к началу состязаний. Первое – бег в мешке. В прошлом году мы с трудом собрали команды, они постеснялись как-то, не знали, что это такое. В этом году уже желающих было много, можно сказать, практически конкурс. Забавы действительно хорошие, настоящие, они не включают в себя именно элемент соревновательности такой, а самое главное – получить море удовольствия, доставить удовольствие всем ребятам остальным, получить заряд бодрости и не забывать, что это все-таки наша Россия-матушка, наши русские традиции. Раз, два, начали! Перетягивание каната у мужчин с солидным сроком за спиной не заняло и минуты. С гирями, правда, пришлось немного повозиться, но тоже особых сложностей не возникло. Главное, говорят осужденные, в таком деле командный дух и сплоченность коллектива. Сложностей никаких нету. Вот. То есть ребята, естественно, не один год уже знаем, то есть знакомые, поэтому друг друга поддерживали, подбадривали, поэтому все весело получилось. Данное мероприятие положительно влияет на поведение осужденных, направлены на их ресоциализацию, возвращение в общество, вот, а также напоминает им о наших традициях. Масленица. Основное угощение на празднике – 200 блинов – разлетаются молниеносно. Домашняя выпечка – редкость за колючей проволокой. Но этим символом солнца полакомиться можно последние денечки. С понедельника начинается Великий пост. Хотя для обитателей колонии скудный рацион питания – привычное дело. Если даже пайка-то общая, но все равно воздерживаются от чего-то, так скажем. Что-то едят, что-то не едят. Вот так вот, ну, скажем так, особого такого рациона, скажем так, нет, из чего выбирать. Вот и, в принципе, и так... Можно сказать, что пища постная, в принципе, в своем деле. Вот так вот. И, собственно говоря, только вот, ну, за счет этого, скажем так, и все, как бы, благодаря нашему Господу, как говорится, только за счет этого и держимся здесь, и все, по-другому никак. Кульминацией праздника стало сжигание чучела масленицы. Этот ритуал символизирует очищение от всего плохого или подтверждение правильности выбора тех, кто готов встать на путь исправления.